Поэма Николая Гоголя «Мертвые души», том 2. Ё-моё, где это мы? Нет. Это моя поэма. Слышь, это походу Пушкин. Да ладно. Нет. Простите, а какой сейчас год? 1825-й. Ну, это совершенно неважно. Вы понимаете, что вы наделали? Вы сожгли главный труд моей жизни. Нет, Лёха, это, походу, не Пушкин. Точно. Гоголь? Слышь, да про него уже это, фильм скоро выйдет. Ну, как скоро там? Лет через 150? Это, короче, ну, не волнуйтесь. Там в будущем вас это, в школах изучать будут. Даже кино про вас снимут с этим, в главной роли. Как его звать-то? Петровым. Знаете его? Короче, нормальный пацан. Извините, мы не... Опять эти видения. Господи. Да что это такое, барин? Ой, взяли опять все, спалили. Вы год пишете, а потом все сжигаете. Клянусь богом, в этот раз это не я. Ну, конечно, это не вы. Из будущего прилетели черти и взяли, все сожгли. Тьфу на вас, барин. Откуда ты знаешь? Три раза на вас, тьфу. Ох.